Добрый день, мы из Украины. Опа. Так, о чем же можно рассказать? А давайте с другой стороны. Смотрите, на территории, которая временно там подконтрольна, или не совсем подконтрольна, оккупанты ведут себя, ну, как мрази. Забирают продукты, залазят сами в подвал, прячутся, если там от каких-то обстрелов. Людей выгоняют, ну, ужас. Но мы сейчас потихоньку все вернем, возвращаем. Скажем так, готовим там снабжение в те села, которые уже освобождены, и готовим там эвакуацию, даже не эвакуацию, эвакуация, это, блин, вызволение из плена, блин, от этих подонков. Что хочу сказать, я знаю, что меня слышит та сторона, и наши жители, которые там как-то симпатизируют или что, надеются, что там по социальной лестнице они поднимутся вверх, вы знаете, что списки сейчас, которые предатели, их немного, но они есть. Готовятся помогать оккупантам, там звонят, рассказывают, что-то проводят. Мы уже формируем. У меня целая куча-куча людей, которые по своим регионам говорят: я знаю, кого надо расстрелять. Дайте вот туда, вот я наведу там порядок, я знаю эту мразь, то есть я к ним сам пойду. Я вас предупреждаю, не надо, то есть это не ЗСУ будет делать, это народный гнев будет делать. То, что с теми, кто помогает или как-то там способствуют оккупантам. Поверьте, это так. Это эти мрази бомбят город наш для того, чтобы просто посеять панику, для того, чтобы там мы там говорили там военным что-то. Это не так все. Это умышленная их тактика, они их поменяли. Под Киевом, под Харьковом там городки, села просто сравняли с землей. Там ничего нет. В нашей ситуации у нас все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. То есть мы заботимся, у нас вон собачки гуляют, люди, то есть по улице перемещаются, воздухом дышат. Да, обстреливают эти уроды, но мы их выбьем дальше. То есть, ну, мы доберемся этой цели. То есть, мы освободим каждое наше село. Вот. И каждого предателя мы накажем. Поэтому все хорошо. Мне сказали улыбаться, я улыбаюсь тут. Ну, так, куда ехал, не скажу. Все хорошо, на связи, работаем. Николаев рулит. Разом до перемоги.